Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный пистолет-пулемет CM-060A производства компании ЦИМА поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, сам страйкбольный пистолет-пулемет, механический магазин, аккумулятор, зарядное устройство, лоудер, пакет тестовых шаров и пластиковый шомпол. Страйкбольный пистолет-пулемет CM-060A от компании ЦИМА является копией бельгийского 5,7 мм пистолета-пулемета FN-P90 с удлиненным стволом, который состоит на вооружении полицейских и военных подразделений по всему миру. Главной особенностью представленного страйкбольного пистолета-пулемета является его необычный внешний вид. Ведь, как и у боевого прототипа, коробчатый магазин уникальной конструкции располагается сверху и при установке практически полностью интегрируется в конструкцию пистолета-пулемета. Также можно отметить, что серия страйкбольных пистолетов-пулеметов CM-060 имеет компоновку Bullpup, то есть ударно-спусковой механизм расположен за спусковой скобой, что значительно уменьшает общую длину оружия при сохранении длины ствола. Кроме того, на рукоятке для переноски имеются три планки стандарта Picatinny. Одна сверху для крепления оптических и голографических прицельных приспособлений и две по бокам, позволяющие крепить на пистолет-пулемет лазерные целеуказатели и тактические фонари. При необходимости респланки можно демонтировать, воспользовавшись шестигранным ключом и крестовидной отверткой. CM-060A комплектуется гирбоксом своей уникальной конструкции. Отсек для аккумулятора располагается в прикладе. Для того, чтобы получить к нему доступ, потребуется утопить фиксатор тыльника приклада и снять тыльник. Внутри приклада располагается разъем мини-томия с предохранителем. Модель преимущественно изготовлена из ударопрочного пластика. Из металлического сплава выполнены ствол, рукоятка переноски и рис-планки. Внешний ствол можно демонтировать, раскрутив шестигранный винт в его основании и заменить его на имитацию прибора для снижения звука выстрела, проще говоря, глушителя. Предохранитель, он же переводчик режимов огня, расположен под спусковой скобой, выполнен в виде поворотного переключателя. Имеет три положения: крайне левое положение S, когда предохранитель включен, среднее положение F для ведения одиночного огня и крайне правое положение A для ведения автоматического огня. Для регулировки хоп-апа потребуется отделить францет от корпуса пистолета-пулемета. Для этого отсоединяем магазин, утапливаем фиксатор сверху и подаем францет вперед. Сзади на камере хоп-апа имеется рифленое кольцо, поворачивая которое против направления движения часовой стрелки, мы увеличиваем степень подкрутки шара. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытых нерегулируемых мушки и целика, интегрированных в конструкцию рукоятки для переноски. Следует отметить, что установка дополнительных прицельных приспособлений на интерфейс стандарта Picatinny исключает использование штатных прицельных приспособлений. Для крепления оружейных ремней на пистолете-пулемете имеются две прорези, одна на прикладе снизу и вторая сверху на рукоятке для переноски. Для того, чтобы установить магазин, потребуется вставить его в нишу магазина-приемника вперед и надавить на заднюю часть магазина до щелчка. Для извлечения магазина нужно нажать и потянуть на себя с двух сторон фиксаторы, после чего вытянуть магазин за заднюю его часть вверх и назад. В комплекте поставляется пластиковый механический магазин. Для того, чтобы заполнить его шарами, потребуется воспользоваться лоудером.